Мировая Афганистан. Помните, в 1904 году? Вот эти политические обозреватели, она же сделала полную выставку. Они товарищи, потому что это там же детишки в Афганистане были. А всех мы ее спрашивали, как ее фамилия? Про вашу культуришку, когда в Гамбу? Вот эти, помните, политическое обозрение у них было? Всех она знала. А, блин, вот тут есть кто-то, она захопалась. А, смотрела. Всех знала, всех наизусть. Гуля, она даже помнила, как, какой я стих рассказывал. Представляешь, я тебе сегодня музею на рассказ, у тебя пара. Когда мне было 3 годика, что я рассказывала. Я не всех. Тетя Гуля так и не хочет в экран попасть. По НТВ покажут. Одно и то же, сколько можно снимать? Один стол уже час. Вот со светом. То ж мы без света снимали. Со светом лучше. Светом заходи, да? Как будто на НТВ. Вот что. Ну да. Радиоканал. Что, телевизор у Марлен Борисовна? Ни одного сейчас подвал. Тут хоть интересно. Ну, давно нет уже там домов. А свадьбчика дорогие мне будут. А свадьбчика, да. Тректуры. Это у кого где? У Борисовки. Зато асфальтки. Асфальт стоит. А так все разве, ничего нету. Но ғайын әбінде бір шей ел, ғақыларын бір шейлері ел, там вообще масмечен әбінде бір шей. О, пусть стоит. События. Писание целого ряда документов. О, с родов течет. Ничего, там встали.